Друзья, прямо сейчас меня муж вызвал, я свидетель следующего события. Бегом выходите на улицу и летит от этой огромной звезды, которая постоянно яркая. Мы все думали, то Венера, это что? Армада, прям армада вот этих как звезд, но они больше звезд. Их армада, они по две, по три летят, друг за другом летят. Я такого еще не видела. Выходите, бегом кто-нибудь, смотрите, что сейчас творится. Может, вы это увидели. Это на моем пространстве видно. Я из Украины. Друзья, зафиксировался. Снимаю вторую часть вот этого объекта непонятного, который уже несколько дней висит в воздухе. Это точно не Венера. И не знаю, что это такое, но это... какая-то планета инородная. Я не одна, и муж, у меня еще сейчас приехала подруга. Мы наблюдаем фантастическое вообще звездное небо. Я такого звездного неба яркого, каждое созвездие еще ни разу не видела, так, до такой степени ярко. Звезда вот эта яркая, она стала еще ярче, которую вы все наблюдали. Потом от ее направления... Какое это направление, Кирилл Геннадьевич? Иди сюда, я тебя не вижу. То есть в восточном направлении. Так, расскажи, что ты сейчас видел. Двигались в течение 5 минут 8 объектов друг за другом. И некоторые объекты стратегически построены в виде треугольника с одинаковым расстоянием между друг другом. И у них была у всех практически постоянная скорость. То есть это явно не какие-то там метеориты, или звезды, или спутники. Спутники в треугольнике никогда не летают друг за дружкой. Именно оно в виде треугольника. И это явно Ирина какие-то Ивановна, объекты. Вы свидетель, говорите людям в чате, да? Да, это просто шок. Я впервые такое вижу. Так равномерно, планово движутся объекты от одной звезды и уходят куда-то в пустоту. Но на моих глазах, на глазах мужа, на глазах эта звезда начинала увеличиваться. Она становилась очень яркой и очень большой. От нее мы посчитали где-то объектов 15, если мы успели засчитать, отлетала. Отлетала, все в одном направлении летели, а многие летели две вместе с равной скоростью. Не просто друг за другом, как они нам показывают, маска, они там летят 60 спутников, нет. Жители республики сняли на видео небесный поезд из спутников Илона Маска. Это необычное явление. На кадрах видно, по ночному небу движется небесный поезд из 60 спутников связи. Их 24 мая запустила в космос компания SpaceX. В космосе спутники выстроились в цепочку. Из-за низкого пролета над Землей наблюдать за ними могли все желающие. Напомним, компания Илона Маска запустила спутники в космос, чтобы обеспечить всем жителям Земли доступ к широкополосному интернету. Этой ночью спутники Маска пролетели над Москвой. Поезд из космических аппаратов успели снять жители области. Зрелище впечатляющее. В ночном небе среди мерцающих звезд движется вереница из 60 светящихся объектов. Это спутники, которые компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила в космос в пятницу. И теперь их снимают с Земли и в самых разных странах. Картинка уникальная. Скоро эти аппараты разведут по своим орбитам, и космический поезд исчезнет. Надпись на груди у Илона Маска переводится как «оккупировать». Occupy. Оккупировать. Не просто друг за другом, как они нам показывают, Маска, они там летят 60 спутников. Нет, и мы такого не видели. Мы видели именно от звезды равномерно летели по несколько.
и в боевом построении, и периодически видели вспышки. Но самое интересное, это было несколько дней подряд. Ну, именно 17 числа была бойня масштабная. Уже 18-го, 19-го уже было поменьше объектов, ну, не было такого масштабного, но объекты были. И мы периодически выходим, ну, как минимум 3-4 объекта, ну, чуть ли не каждый день мы видим. Это, ну, для нас выйти, посмотреть, и это нормально уже. То есть дети уже не удивляются вообще ничему. Небо было очень звездное, до такой степени звездное, которого я еще чересчур такого звездного не видела. Вообще, ну, я видела звездное небо, но чтоб такое. У меня всегда здесь кругозор звездный, хороший, но было очень сильно звездно. И в момент мы обратили интересное внимание, что есть какой-то определенный черный круг, там звезд нет. И все они долетают до этого круга и исчезают в этом черном круге. Вот я сейчас буду пытаться его приблизить как можно ближе. Оно с каким-то ореолечком вокруг него. И там прямо видно, что поверхность его неровная. Если вы присмотритесь сейчас, вы это все увидите. Вот сейчас это 40-кратное приближение. Еще пытаюсь его приблизить. Еще приближаю. Видите, какой-то зеленый ореол вокруг него. И внутри какая-то точка. Вот видите, какая у него поверхность интересная, пульсирующая. И форма не круглая. Это 100%, что оно не круглое. Оно ромбовидной формы. Даже не ромбовидной, а какого-то многогранника, шестигранника. У меня плавает. Оп, сейчас я его верну. Вот оно, видите, какая пульсация на нем. И в интернете, и что только нет об этом. И ореол постоянно вокруг него. И такие красные, красный ободочек внутри. И в середине красное. Как пятно такое в центре, как пирамида. Вот даже как будто грани там видны, видите? Вот как будто грани. Да, вот именно эта звезда на западе, она увеличилась, и от нее было много объектов. Вот что самое удивительное. Так что никакая это не звезда и никакая это не Венера, а это какой-то корабль материнский, огромный, от которого и шло много объектов. И в момент мы обратили интересное внимание, что есть какой-то определенный черный круг, там звезд нет. И все они долетают до этого круга и исчезают в этом черном круге. То есть от этой звезды отлетали объекты и летели вот в этом черном круге, они скрывались. После того, как у меня было наблюдение, а потом пошло по всему миру такое же. Снять на камеру лунное было невозможно. Еле умудрились снять его на телефоны, на камеру. Самой было интересно по датам. Друзья, прямо сейчас меня муж вызвал, я свидетель следующего события. Бегом выходите на улицу, и летит от этой огромной звезды, которая постоянно яркая. Мы все думали, то Венера, это что? Армада, прям армада вот этих как звезд, но они больше звезд. Открываются порталы. Вот, пожалуйста, вам такое вот явление. Круг вокруг Солнца, буквально в радиусе, наверное, где-то несколько десятков километров, может даже больше. Вот Солнце, и вокруг Солнца такой вот круг светящийся в виде радуги. Ну, я бы радуга не назвал, потому что нет цветов разноцветных, как у радуги. Несколько цветов присутствует каких-то, голубой, оранжеватый такой, белый, вот такое вот явление. Ну это потрясающе. Обратил внимание, существует какой-то, как хвостик от этого круга. Может, вам видно будет. Видите, да? Такое как ответвление небольшое.
необычное явление, конечно. Интересное. Интересное явление. Солнце яркое. Вот. Вот так это явление видно с нашей кухни через стеклянную крышу. Ну, солнце за крышей спрятано. Так что хорошо снимать, не слепит. Вот видно, да? Что интересно, какие-то еще облака мелкие. Как короны, да. Вот смотрите, как короны. Облака короны. Как корона выглядит, заметьте, да? Очень красиво. Вот. Что если это было на большие расстояния, огромное, оно было действительно на огромных расстояниях, это как раз и есть портал. И то, что нам рассказывают, что это гала, солнечный и так далее, или там купол, это все они нам сказки рассказывают. Сейчас стих пришлю, который мне тоже пришел, вот не помню в датах, надо рыться опять в сообщениях. Вот как раз где-то в этом периоде стих мне еще пришел. Вот, с этими всеми бойнями, всеми этими открытыми порталами. И мне как-то вот пришел этот стих, потом волеизъявление после стиха прошло, и мы успели запустить его до 5 апреля. Сейчас стих пришлю, сколько там ободряющей интересной информации, пророческой. Послание к родам. Как здорово стихами отвечать, в миру снимается печать. Печать уныния и забвения, вновь начинается прозрение. Стихи, культура вся сейчас, все возрождается у вас. Прозрение наступает сразу и убирает всю заразу. Что заразились вы тогда, когда уснула вся земля. Земля проснулась, пробудилась, как солнце ясное явилось. Вселенной засияла враз, ликуют все миры у нас. Весь ад отдал плененных душ, забрал своих, исчезнув вкуш. И возродилась вся земля, что с человечеством прошла все испытания, горе, все терзания, достойно вознесясь в мирах все посяганья. Освободившись от того, что с ней творил неведомый ей зверь, владыку чуждого земля все распознала, отвергла, в бездонье ада отослала. И вот, с пределов всех морей, снеся великих дикарей, кристаллы все восстановила и свет души всех возродила. Стихами мы заговорили, стихии все мы возродили, и воссияла вся земля, как дева чистая вода. Возрадовался род, народ, что мир на землю он обрек, что возродились все рода, зашелестела вся земля. Вмиг прекратилась вся война, ушла вся злоба, вся беда. Земля покой свой обрела, лик прежний свой воссоздала. На земле и здесь, и там прошел могучий ураган, ярью правды расщепляя, все уносил с лица всей Гаи. Ушел весь чужеродный род, восстановился весь народ, проснулся и души не чая, открыл врата любви и рая. Дремал и плакал наш народ, сейчас воскрес из мертвых он, восстановил свои права, и светом наполнилась земля. Народ Руси, душа земли, и без души погибли б все. Душа земли болела сильно, а сейчас воскресла вся из пепла. Переродилась она, и стала мощной красота. И стала вся любовь отныне магнитом, как и вся земля. Магнитом силы и вселенной, великого мироздания. Творили вы тела земли, по праву вы первотворцы, владыки вы отныне, божественные творцы, и притяжением силы рождали вы миры.
Боги в помощь были, стихии всей земли. Творцов великодушно встречали все миры. Вы, души от начала, могучие внутри, проснувшись, исцелите вы целые миры. Солнцем засияя, радуетесь вы. Мать, душа сыра земля, дочь великого огня, всех хранила, всех растила, всех лелеяла, любила. Стояла пыль в глуши чужой, вернулся к ним их весь застой. Чужие получили власть во тьме всей пылью управлять. Всю пыль, что здесь они создали, все получили, мы отдали. Все гиблое, чужое, вон. Вот, управляйте сатаной, управляйте всем, что вы намяли, содрали, стаскали, издирали. Теперь все мертвое, гнилое и сухое вернулось к вам по праву доли. Ведь каждый получил свое, что сеял, то и получил. Вы сеяли разруху, живите в ней, боль и несчастье получи теперь. Все, что ты нес и убивал, теперь живи, как ты орал. А честный род, народ, душа, матушка земля взяла. Земля детей своих хранила, чужое все сгребла, все смыла, снесла, что сада к ней пришло, закрыла свестой мрачное окно. Лучом пронизан весь портал, здесь зажигается астрал, астрал снимает все замки, печати морока они. Мы убираем паразитов, астрал снимает зетов, титов. Здесь морок сильный был у вас, снимаем, получу сейчас. Мы направляем в ваш эфир поток светящийся, амфир. Амфора, она не та, что вам история дала. Амфора — это звезда, с нее направлен луч сюда. Эфир сейчас мы очищаем, на землю свет мы проявляем, просматриваем всю земную гладь, просматриваем, чтоб не ушло здесь что-то вспять, чтоб не свернулось все в одно временье, не проявилось вновь в одно мгновение. Пророчеств больше никогда не будет, ибо нет пророчеств, и нет здесь на земле судеб. Все это ложью навеяли здесь вам, чтоб забирать к себе ваш спам. Земля проснулась, и отныне мы будем с вами здесь, в эфире. Все души сейчас мы исцеляем и лучик света направляем. Мы убираем то, что вам внедрили здесь, как ложный спам. И в ваших головах сейчас все тает старое для вас. Все тает. Старое для вас мы ликвидируем сейчас. Москва сейчас отныне вся погрузилась в уныние. Но мы дойдем до нее в час, в пик сильный, мощный, в один раз. Есть там звезда, одна отныне. Она канал есть, междумирье. Мы снизу сверху здесь пройдем, и будет здесь рулет-дром. Мощно, сильно все здесь засияет, все души чистые отравят. Противоядие мы дадим, и силы тьмы здесь победим. Что будет здесь сейчас с Москвою? Не губят пусть отчаянием с собою. Убрать овцу с сознания понимания. Идти к земле, там будет проводник вещания. Здесь есть порталы, внизу они. Воспряньте, смелые творцы. Призывайте, мы поможем. Накроем всех, кого мы сможем. Накроем всех прозрачной пеленой. Сокроем здесь вас под светлой водой. Кто смелый, сильный, в одночасье, невидим станет он для власти. Стоящие все у предела стен сокрыты будут
за предел. Предел тоски и всех несчастий мы уберем, как все ненастье. Покажем светлую дорожку и всех укроем понемножку. Мы уберем все то, что вам мешает увидеть направление, которое растает. Растает для чужих, невидимо оно. Откроем свой портал, все будет как в кино. Раскроем здесь порталы и соберем своих. Все будет как с октавы, останетесь в живых. Говорит Веган Альянс, Сембю видим мы сейчас. Лучи света направляем, всех друзей мы созываем. Наши на учете все, видим каждого во сне. Дверь в сознание нам открыта, вся темница мрака вскрыта. Чуждых в яви проявляем, все чужое удаляем. С вами будет свет любви, боли все исчезнут вмиг. Мир тоска съедает сейчас и смущает даже нас. Вы баланс сейчас держите, все идет, как вы хотите. Превосходство сходством света наполняется планета. И для каждого из вас в мир пришел весь наш альянс. Стихами ты заговорила, тебя очистили с эфира. Вот так сознание каждого сейчас прочистим вскоре мы для вас. Приходит очищение, стихи тому включение. Мы убираем все сейчас. Любовь заменит весь ваш страх. Идет сигнал из Антарктиды. Меняются поля, активы. Все, чем пугали вас всегда, сейчас исчезло навсегда. Земля не будет теперь прежней. Все поменялось. Континенты подняли прежние города. Открылась новая земля. Стихи я никогда вообще не писала. И сейчас заставить меня написать я не смогу написать. Ну, я придумать не могла. Даже при захочешь, я не придумаю. У меня есть аудио, где я очень-очень сонным голосом успевала записывать то, что и шла информация какая-то. Наши предки, да, они, получается, как бы говорили стихами. Кто управляет стихами, тот управляет стихиями. Не случайно это даже в стихе, получается, прозвучало. Я эту информацию потом покопала, поковыряла. Вот. И чужеродная система, она не может стихами говорить. Почему? Потому что она, вот эта вот паразитическая система, она заточена на логику, на логическое мышление, на просчитывание. А вот, получается, все бабушки, заговоры, они там вообще взламывают эту систему. Допустим, коза бежала, упала, вот так и болячка у дитя пропала. Там. И, казалось бы, нелогичные действия, но именно нелогичные, вообще абсурдные, они взламывают систему. Потому что система, она именно логично все просчитывает. Вот. И вот стихии, это вот как раз, это и есть канал вот тоже наш, мощный. Поэтому по-другому и не могли мне, видно, подать информацию, как вот все же подали стихами, потому что я вообще ничего не доверяю, никаким трансляторам вообще. Смотри. Вот он здоровый, смотри какой. Кто-то передвигается как будто. Ты куда это такая махина? Смотри. Ё-моё. Ну это, скорее всего, НЛО. Точно. Чего? Смотри, видишь, какой он большой? Смотри. Это не постановка, в реальном. Там, короче, мы увидели 11 кораблей, ну, пролетали. Где-то 5 или 3 из них были большие, дальше средние там и маленькие. И там вот эта вот Венера, о которой мы думаем, она исчезала, появлялась, исчезала, появлялась. Ну,
я получила... Может, она какой-то груз здесь забирает, потом увозит туда? Ну, в общем, у нас получается здесь сидим. Вот, и уже в течение там 40 минут, да, мы тут, у нас продолжается шоу на небе. Исчезла. Опять исчезла, да? Да, но вот эта вот звезда, она резко появляется, становится большой-большой-большой огромной. Опять, и потом исчезла. А ну, пацану, не вижу вас темно. А ну, расскажите сами лично, что вы видели. Сколько? Ну, расскажите, пяты. Вот одно вот было, один корабль вот так вылетел с... облако, и вот так сразу и потух невидимый он, режим. Он вот так вот, короче, летит, ну, все. И он сразу потух, короче. Мама, смотри, вот корабль, вот, видишь, вот это типа облако, ну, типа облако, но это не облако. А за счет того, что я сегодня лично увидела огромное количество объектов, я могу смело сказать, у нас идет вторжение на Землю, перекрыли все абсолютно города. Это или вторжение, захват, или наоборот, все покидают Землю. Вот, что-то одно из двух. Полюбуйся. Все улетают. 12 стартов за последний час. Что их спугнуло? Крысы бегут с корабля. Это не постоянно, в реальном виде. Пророчек больше никогда не будет. Ибо нет пророчеств, и нет здесь на земле судеб. Все это ложью навеяли здесь вам, чтоб собирать к себе. Ваш спам. Земля проснулась, и отныне мы будем с вами здесь в эфире. Все души мы сейчас исцеляем и лучик света направляем. Мы убираем то, что вам внедрили здесь, как ложный спам. И в ваших головах сейчас все тает старое для вас. Все тает старое для вас. Мы ликвидируем для вас. Москва сейчас отныне вся погрузилась в уныние. Но мы дойдем до нее в час. Пик сильный, мощный в один раз. Есть там звезда одна отныне. Она канал я между мирья. Мы снизу сверху здесь пройдем. И будет здесь ралледром. Мощно, сильно все здесь засияет. Все души чистые отравят. Противоядие мы дадим. И силу тьмы здесь победим. Mm-hmm.